получается где-то... Ну, литов 30, наверное? Нет. В городе, нет? Нет? Не дай бог, какие 30, это стереотипы. Американцев, ну, он не живет столько. Так, но сколько же? Потолок где-то по городу 19. Ну... По трассе с прицепом я где-то в 16,5 укладываю. Ну, это, по-моему, на ничего. Это по трассе, это все равно до хера. По сравнению с современными машинами, реально много жрет. Ну да, вот мой Солярис на трассе 6,5 литров, по крайней мере, так я высчитывал. А это на десятку больше. Так-то все то же самое. Ну, но с прицепом и гружен. Давайте еще с той стороны подойдем. Ну, с прицепом, гружен, да, и потом еще с этим ощущением, ну, не знаю. Я, честно... Не знаю, как ощущение. А бак, наверное, на сколько литров? 114. Ну вот. Я его когда купил в Орле, у него был пустой вообще бак, там лампочка горела. И дядька сказал, что мы такие, типа, блин, в нем бензин нет, мы никуда не доедем. Он такой, да, там еще дофига. Ну, мы да. Заехали на заправку. Лукойл, по-моему, был, я не помню, неважно. Я стою там, а мне чувак заправляет, а я стою, жду, когда оплатить. И я что-то вижу, льется. А мне потом там такая-то колонка, я говорю, я здесь. Он такой, 108, что ли. Ну, то есть там было... И я что-то как-то прихренел. Блин, какие 108 литров? Вы чё? Тут там оставалось, получается, 5... Там оставалось, типа, там 6 литров, да. Не, ну... И я что-то тогда обалдел. Нет, это... Это кайф. Просто вот так вот стоишь вот рядом, вот и... Да и вообще, ты вышел из такой машины, на тебя люди смотрят уже как на Чака Норриса фактически. Да нет. Что странно, я говорю, на него вообще внимания не обращает. Я удивляюсь этому. Вот когда я на Каприсах ездил, вот на круглом, особенно на квадратном, мы вчера... там народ вообще шеи сворачивал, вот так вот фотографировали, там пальцы вверх, ну, показывали. Угу. Даже где-то в интернете есть видос, как я еду по Бутово, я там в Бутово еще жил. Ага. На этом квадратном сарае синий. Он у меня был. И чувак там, какая машина, вы посмотрите. Он за мной ехал до МКАДа и там все ее снимал. Где-то в интернете это выложил, эту хрень. Ага. Нет, мы вчера вечером мимо проходили, мы с братом здесь гуляем. Ну, мы там живем, на той линии. Я был готов его броситься и целовать просто. Ну, седан, он просто тот, по которому вы говорите, это же просто такой, как бы, образец. Образец стиля, лицо эпохи. Я свой каприз могу показать сейчас. Давайте. Он в номерограмме.